Систематическая ошибка выжившего. Так называется одно из самых известных когнитивных искажений. Чтобы понять его суть, я расскажу вам исторический пример. Дело было во время Второй мировой войны. Американцы уже вступили в боевые действия, воевали с фашистами, и их самолеты получали повреждения. Поврежденные самолеты возвращались на базу, и изучалось, куда попали, собственно говоря, эти выстрелы из зениток. И казалось, что фюзеляж и крылья самолетов страдают больше всего. Тогда они обратились к математику, специалисту, инженеру Абрахаму Вальду, чтобы он подсказал им, как правильно установить броню на самолеты, чтобы их защитить. Но предполагалось, что надо защищать фюзеляж, надо защищать крылья. Но он объяснил американскому командованию, что они не учитывают тех самолетов, которые так и не смогли вернуться с задания. И именно в этом случае повреждались двигатель и повреждался бензобак. И именно их нужно укреплять. Нужно смотреть на тех, кто не вернулся, а не на тех, кто пришел.